Паломница из Дагестана родила мальчика во время хаджа. Радостное событие в священный месяц Рамадан произошло в дагестанской семье Малачиевых в Саудовской Аравии, где паломники совершают хадж. Ребенок появился на свет после завершения всех обрядов малого хаджа. Отметим, что в этой семье это уже 4-й ребенок. Родители планируют назвать мальчика Билалом. Махачкала водоканала оштрафован на 150 тысяч рублей. Суд признал законным штраф за нарушение правил водоиспользования, который был наложен на открытое акционерное общество «Махачкала водоканал» и его руководителя. По данным прокуратуры Дагестана, штраф был выписан по результатам проведенной межрайонной природоохранной прокуратурной проверки.